Приветствую вас, дорогие друзья! С вами я, мастер Катя, и вы на канале «Секреты счастья». Мы начинаем. Друзья, будет серия обрядов, именно обрядов, хотя выглядит так декоративно, кажется, что это настройка. Нет, это настоящий обряд. И первый обряд из этой серии будет у нас для тех, кто ищет любовь, кто хочет в счастье со своим человеком прожить жизнь. У кого никогда не было отношений, или были, но они закончились. Либо отношения есть, но человек не чувствует себя любимым и понимает, что это не есть его суженый или суженая. Этот обряд годится и для мужчин, и для женщин. Его нужно просто смотреть, все подложено внизу. Я дам текст, там будет заклинание, которое нужно произнести. Делать его надо регулярно. Не чаще раз в день, но раз в день. Можно он короткий. Все спрашивают про откуп. Откупа, конечно, тут нет. Откупы делаются чертям. Тут есть дары. Вам нужно взять себе за труд. В каждую пятницу полнолуние, это раз в месяц, близко к полнолунию, самую близкую к полнолунию пятницу на растущей луне. Вам нужно будет делать дар. Самым лучшим, что вы можете сделать, это либо посадить цветы, пока есть такая возможность, растения, помочь какому-то растению, либо просто у себя во дворе покормить животных, оставить кошкам еду или покормить птиц. Во славу того высшего существа, которое вам поможет. Обязательно поможет, только нужно желать этого действительно. Ваше одиночество будет прекращено. И вам придет тот самый человек, женщина или мужчина, вы узнаете его, он вас найдет. Мой совет один, только прежде чем мы сейчас начнем. Постарайтесь, раз вы уже делаете такое прошение и прикладываете усилия, почаще выбираться из дома куда-то, потому что все-таки, чем больше будет возможностей, условий для встречи, тем лучше. Потому что когда просто сидишь дома, конечно, есть сеть, но это не совсем то, верно же. Вот, как будет какая-то возможность куда-то выбраться, выбирайтесь. Просто чтобы облегчить задачу и ускорить саму встречу. Встреча будет обязательно. Мы начинаем.